Всем добрейшего времени суток, с вами снова Горыныч, и 88-я часть видеопрохождения игры Ведьмак. Так, продолжаем мочить монстляр и пробираться к великому магистру ордена Пылающей Розы. И теперь-то, блин, намек понимаем, кто такой Яков, нет? Смотри, Альвин! Как же ты упрям! Ты мог бы стать пастырем для многих овечек в первые годы зимы. Это вряд ли. Из-за тебя тайны Каэр Мархена были использованы ради дурных целей. Ведьмачий кодекс яйца выеденного не стоит. Слишком в нем много индивидуализма и торговли долгом. Мне нужны были священные рыцари, выносливые, как ведьмаки, но при этом создающие образ благородства, а не попрошаек с протянутой рукой. Чушь собачья. Тебе просто нужна была власть. Как тебе угодно. Когда сюда прибудут мои войска, можешь лично спросить их, насколько я подхожу на роль властелина. Так, очередные войска. Так, где у нас там следующий помощник должен быть, по-моему? Ну да. Принцесса Ардас. Тор. Смотри, Геральт, так просто принять людей за монстров. Верно, ваше высочество. Поверь мне, я в этом разбираюсь. Великий магистр безумен. Даже я не решилась бы на такой план. Мы должны его остановить. Госпожа, ваша воля для меня закон. У тебя есть класс. Вот редкое качество. Я бы хотела сражаться рядом с тобой. Вот каприз. Ну, видите, она в образе Стеги будет нам помогать. Очень пользительно, кстати говоря. Фух. Это долбанное ограничение. 15 минут на ролик. Так, мы с ними разобрались. Здесь мы должны расстаться. Почему? В самом сердце видения он управляет всем. Дальше ты пойдешь один. Я вернусь. Удачи, Геральт! Сейчас, ну, нам дают время подготовиться, если у вас там нехватка каких-то эликсиров, то можно сейчас приготовить их. Ну нет, нафиг не надо. Вот. И потом мы будем сражаться сначала с Яковом, потом с
королем призрачной охоты. Так, ну против я получил стальной меч, знаки арты и игни. А против короля дикой охоты мочите всем, чем можете. Это была 88-я часть видеопрохождения игры «Ведьмак». С вами был Горыныч. Спасибо вам за просмотр. Пока. Раскрой же глаза! Таких, как ты, отправляют в лечебницу лебеды. Только ты же убежишь. Ты лишь доказываешь мою правоту. Тебе удалось преодолеть ужас, который грозит всему человечеству. Ты выжил. Яков из Альдерсберга, твой сон кончился. Поспеши с объяснением. Хотя это уже немногое изменит. Терпение. У тебя еще есть время передумать. Представь себе, тысячи людей, пересекающих ледяную пустыню. Ты смог бы их защитить? Ты и жалкая горстка ведьмаков, которых постоянно гложет сомнения, как Беренгара. Это невозможно. На это способны только старшие братья. Но им нужен достойный лидер. Им нужен ты. Достаточно. Разговор продолжат наши мечи. Какая самоуверенность. Я преподам тебе урок. Болезненный урок. Что буду следовать за тобой. Чушь, призрак. Скажи мне, чего ты хочешь, или исчезни. Размысли над своими поступками, ведьмак. Я был рядом с тобой, когда ты прибыл в Каэр Морхен, знаменуя падение крепости. Я наблюдал, как ты вершил свой суд в предместьях, оставляя за собой лишь огонь и пепел. Ты погубил Реймонда. Ты подвергал Шани опасности, преследуя лишь собственные интересы. Каждый твой шаг увеличивал хаос. Твой ведьмачий меч загубил десятки жизней. Ты бросил
подстрекая их на новые убийства. Ты покинул Вазиму, оставив за собой хаос, лишь за тем, чтобы разрушить темноводье. Каждое твое решение вело к новым разрушениям. Каждый твой шаг вел к еще большему злу. Как ты себя чувствовал, когда твои друзья-эльфы подожгли Вазиму и начали безжалостно убивать Дойне? Прекрати. Не отрицай, ведьмак. Ты мой величайший слуга, идеальное оружие уничтожения. Куда бы ты ни пошел, повсюду за тобой следуют смерть и хаос. И как ты уже сделал много лет назад, смирись с этим. Не сопротивляйся. И отдай мне еще одного человека, которого ты погубил. Яков из Альдерсберга мой. Ты смеешь противостоять мне? Я чувствую, как ты слабеешь. Как силы покидают тебя. Ты ранен. И с каждой каплей крови, что ты теряешь, смерть приближается к тебе. Тебе никогда не победить меня. Отступи!